Я хотел бы воздержаться от статистики, хотел бы просто пожелать, чтобы наши олимпийцы, во-первых, чувствовали себя хорошо, органично на Олимпийских играх, чтобы те спортсмены, которые в составе делегации являются кандидатами на завоевание медалей, они смогли себя реализовать, оправдать надежды своих болельщиков, своих там тренеров и соратников, чтобы те спортсмены, которые уже добивались успехов на Олимпийских играх, смогли сохранить и приумножить, закрепить свой успех. И очень хотелось бы пожелать, чтобы те вообще неизвестные никому спортсмены, которые просто-напросто там через всю конкурентную среду прорвутся и попадут на Олимпийские игры, и о них почти никто ничего не знает, но они граждане Республики Казахстан, я хочу пожелать, чтобы и эти спортсмены смогли, как в свое время это было на примере того же самого выдающегося казахстанского боксера Бекзата Саттарханова, когда он просто триумфально победил на Олимпийских играх, а вчера практически он был... широкой спортивной общественности не очень известным как бы спортсменом. И я хочу, чтобы и такие звезды возникли у нас благодаря успеху казахстанцев на предстоящих Олимпийских играх.